Дорогие мои, здравствуйте. Сегодня вот такой прекрасный аппарат на профилактике. В предыдущем видео, когда мы разбирали мини-обзорчик, здесь вот не работал CD-Changer, то есть загрузился диск и показывал, что нету диска. Ремонт, в принципе, очень легко прошел, как бы, да, здесь стоило только почистить кисточками лазерную головочку. Ну, потому что здесь, видите, такой налет пыли, то ли строительный, то ли что-то еще видно. Ремонт, может, делали, здесь все в пыли. Вот, поэтому все работает, ребят. Чем вот мне нравятся Panasonic, ребят, механизмы. Вот здесь вот видите, CD-Changer практически такой же, как в Technics ставили. Идентичный абсолютно. Вот, 660-е, 600-е модели, 60-е Technics. Вот, в принципе, CD-Changer аналогичного типа. То есть очень надежен. То есть он здесь по сравнению с айловскими более стабильно работает. Даже вот, в принципе, в таких вот вещах мне нравится. Значит, что мы дальше делаем? Конечно, мы сейчас, наверное, весь его разберем. Причину мы выяснили, но все равно сейчас будем все капитально чистить, потому что мне вот этот белая пыль, это не нравится. Неблагородная она совсем. Вот, мы эту пыль всю прочистим, снимем CD-Changer и потом доберемся до лентопротяжного механизма, который тоже не открывается, ничего не работает. Все, за работу. Дорогие мои, мы сейчас поменяли пасеки, были, в принципе, и большие, и пасеки порваны, ну и маленькие я заменил тоже, там один только пасек целый оставался. Вот, но факт такой, что те, которые у меня были пасеки, они чуть-чуть потоньше, и поэтому звук, как бы, то есть скорость как бы уменьшилась. И вот, чтобы ее отрегулировать, вот здесь вот есть резистор, ребят, его можно подкрутить чуть-чуть буквально, и она будет побыстрее идти. Вот, допустим, отверточка сюда. Раз. Чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть делаем. И все, тогда сейчас посмотрим. Вот, чуть-чуть подкрутили. Это скорость моторчика, потому что все-таки толщина пасека зависит на скорости. Чем, допустим, если стоял раньше, к примеру, миллиметр, а поставили 0,7, то она будет чуть-чуть медленнее. То есть чуть-чуть тогда надо ускорить движение моторчика. Вот. Вот такая вот у нас сегодня, ребят, тема. Заменили мы пасеки, здесь все почистили. Сейчас я покажу лентопротяжки. Вот видите, в принципе, техниковская, практически все техниковское. То есть если в Техниксе, в Техниксе точно такие же стоят лентопротяги. Panasonic, одна и та же фирма практически. Вот этот CD-Changer тоже все вот почистили. Здесь обошлось только чисткой головки лазерной, там линзу чуть-чуть протер, и все заиграло, ребят. Практически все полностью, центр исправлен, работают две деки. Вот, кстати, запись еще не проверял, давайте проверим запись сейчас.
Сейчас мы сделаем CD и поставим на запись. Давайте такой экспериментик сделаем. Ну что, ты играть у нас будешь сегодня? Заиграл. Ну, давайте по рек пошла запись. Хорошо, не заедут здесь, ребят. Так, запись идет у нас. Играет второй диск. Ну хватит. Так, стоп. Так, стоп проект, да? Так, теперь на тайп. Переключаем чуть-чуть, перемотаем. Все работает хорошо. Вот сегодня такой у нас ремонтик, ребят. Так что не бойтесь, если кто-то купит такой аппарат, и у него не будет работать или ченджер, и CD-деки, там, скорее всего, здесь резиночки, пальчики поменять. Ну, а здесь, в принципе, протереть от пыли в основном. Ну, может быть, пересобрать бывает. Ченджер пересоберешь, и он заново начинает работать. Ну, тоже бывает там резиночки, но они в основном-то надолго хватают. Ну, можно заменить, в принципе, на всякий случай резиночки, если уж там они сильно растянуты. Вот такая у нас сегодня тема, ребят. Спасибо за внимание. Вот такая прекрасная моделька. Вся работает. Все крутится, вертится. Ну, вот. Будем... Сейчас я вот эти стены, еще кожух одену металлический, и потом сделаю видосик, как он играет, посмотрим. Вот, ребят, сейчас проверяем запись на кассету. Сделана она была на айву, еще вот эта запись. Чем мне нравится? По скорости вроде бы нормально, то есть практически все работает, ребятушки мои дорогие. Ремонтик можно на этом завершать. Что я хочу сказать, надо вот попробовать еще вот эту вот караоке попробуем еще, как они играют здесь, попоем чуть-чуть.
Чем мне нравятся Panasonic, ребятушки мои, тут не хочу другие комплексы какие-то проверять там, потому что тут привык к Panasonic, они мне и ремонтируются легко, и как-то все здесь ремонтопригодные они. Вот, например, даже панель вот эту вот металлическую снимать. И ну раз его снимаешь, там думаешь, защелки сейчас сломаются, там как-то все сделано, там подсовывать надо. Здесь все просто кверху поднимаешь и все. Ну даже с точки зрения как бы ремонтопригодности, здесь щелей нету никаких. То есть как бы инжиниринг у Panasonic очень хорошо сделан. То есть здесь все как-то продумано по-человечески. Вот у Айвы, например, вот эти вот кассетники открываются на пипочках таких. Надо вот нажимать туда-сюда. Они обычно ломаются у Айвы, да? Здесь вот все как бы надежно сделано, добротно, понимаете, как-то. Да, вроде бы с одной стороны и просто, да, но с другой стороны и надежно. То есть и экранчики хорошие, все не тусклые какие-то бывают, там у Sony там не разглядишь ничего, да. А вот Panasonic вот в этом плане мне так и нравится. И потом они вот по цене качества, ребят, на рынке, вот одни из самых лучших аппаратов, ребят. Вот цена-качество Panasonic, это вот, ну, супер, ребят. Вот, если в этот параметр брать, то я считаю лучше Sony, лучше Айвы. Вот этот Panasonic, Technics, это самое оно. Ну, Technics они подороже, в принципе. Чем хороши Panasonic, имеют на борту то же самое, да, практически. Вот, они как бы в цене раза в два дешевле там получается, там, а то и в три. Вот, поэтому бывает, ты там за 2000 такой купишь, и супер вообще аппарат. Он и компактный. И здесь, с одной стороны, даже лучше. Вот блоки эти как бы они расчерчены, да, визуально. А вот. Но они стоят ровненько, как бы в одном флаконе все. У Technics они сдвигаются, там шлейфы сзади, да. Ну, как-то это все, конечно. А здесь сегодня и моноблоком сделано, и хорошо, понимаете. Не надо ничего там ковырять, там эти блоки там менять там слом. Это моноблок и есть моноблок. Он ровненько всегда стоит и все. Рядышком колонки. Не надо ничего там выдумывать. Ну все, у меня такой сегодня немного небольшой как бы видосик, рассказик про эти фирмы Panasonic. До свидания, до новых встреч.